Со 2 апреля начинается выплата очередных пенсий. В связи с ситуацией сотрудники почты предлагают людям получать их на дому. В почтовых отделениях в республике у почтальонов пенсии получают около 100 тысяч человек. 30 тысяч из них проживают в Чебоксарах и Новочебоксарске. Чтобы снизить риски, Почта России предлагает пожилым людям все социальные выплаты доставлять на дом. Заявить о своем желании обслуживаться, не выходя из дома, пенсионеры могут по номеру горячей линии Управления Федеральной почтовой службы Чувашии 63 62 12. Звонки принимаются круглосуточно вместе с пенсией. Ветераны могут оплатить и другие услуги, коммунальные платежи, связь, налоги. Сотрудники почты готовы доставить на дом нужные печатные издания, при необходимости товары народного потребления. Услуги бесплатные.